Перми распустились деревья, яблоня набрала сок, и неспроста. Температура бьет все рекорды. Пермяков ожидает потепление до 30 градусов. По данным специалистов ГИС-центра Классического университета, ожидается, что средняя температура воздуха в Прикамье будет на 8, а то и 12 градусов выше нормы. Уже сегодня воздух может прогреться до 27 градусов. Согласно прогнозам, пик тепла придется на субботу, возможно, воскресенье. Но и после этого существенного похолодания ждать не стоит. На европейскую часть России идет мощный вынос тропического воздуха. Он может добраться до Урала. Нас ожидает очень продолжительный период аномально теплой погоды. Осадков до выходных не предвидится. Грозы и ливневые дожди, как ожидается, придут в северные и западные регионы края к воскресенью. Стоит отметить, что во второй декаде мая 30-градусная жара у нас за всю историю наблюдений отмечалась лишь дважды. В 1955 году и в 2019 году. И есть вероятность, что нынче будет третий подобный случай. Кроме того, особенностью этого периода будет низкая относительная влажность воздуха. Вчера она опускалась до 15-17%, в ближайшие дни будет чуть выше. Это будет способствовать росту пожароопасности. В связи с этим МЧС России предупреждает о высокой вероятности пожаров, а также о повышенном риске происшествий на воде. Пермяков призывают не разжигать костры, избегать долгого пребывания на солнце и не купаться в еще не прогретых солнцем водоемах. По словам Андрея Шихова, пока невозможно сказать, насколько длительной будет волна тепла. Долгосрочный прогноз на июнь будет не ранее, чем в конце месяца. Но уже сейчас можно сказать, что изначальный прогноз на май не оправдался. Такого аномального тепла не ожидали даже синоптики.